Наше кругосветное путешествие продолжится в Германии. Оно включает в себя 46 уникальных мест. Чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на мой канал. А сегодня мы перенесемся в дом Чили, кварталы Шпайхерштадт и Контерхаус в городе Гамбург. Шпайхерштадт и Контерхаус представляют два центральных квартала немецкого портового города Гамбург. Шпайхерштадт занимает общую площадь 300 тысяч квадратных метров и включает 15 складских помещений внушительных размеров и 6 соседних зданий. Строительство комплекса, который изначально был возведен на группе мелких островов реки Эльба, велось с 1885 по 1927 год в стиле кирпичной неоготики, вошедшей в моду во времена правления последнего германского императора Вильгельма II. Построенный на дубовых сваях, он был тогда самым большим складским кварталом в мире. Здесь хранились товары из дальних стран – кофе, чай, пряности и восточные ковры. Неповторимую атмосферу Шпайхерштадта создают расположение около воды, многочисленные мосты и красивые кирпичные фасады. Через проходящие каналы можно совершить водную прогулку, в том числе в темное время суток, когда здесь включают вечернюю иллюминацию, больше 1000 лампочек. Соседний квартал Контерхаус занимает участок площадью более 5 гектаров, включает 6 огромных офисных комплексов, построенных между 1920 и 1940 годами. В деловом квартале Контерхаус гамбургские купцы возводили свои офисные здания. Самые известные и заметные из них, построенные в 1924 году в стиле кирпичного экспрессионизма, 10-этажный Чили Хаус, острый угол которого напоминает носовую оконечность океанского лайнера. Шпайхерштадт и Контерхаус выразительно свидетельствуют об изменениях в облике города Гамбург вследствие быстрого развития международной торговли в конце 19-го – начале 20-го века. Кварталы Шпайхерштадт и Контерхаус находятся в крупном городе Гамбург. Добраться до него не составит труда. Наиболее доступный и развитый вид транспорта – железнодорожный. К примеру, из Берлина до Гамбурга на поезде можно добраться за 2-2,5 часа.